Здорово, сегодня посмотрим на очередную игру Да какой от? Для мобильного телефона. Я предполагаю, наверное, она есть и на iOS, я играю на Android. Это игра под названием State of Survival. Я такой думаю, блин, поиграю пару часиков, короче, и тогда запишу видео. Там уже сформирую свое мнение, что да как. А потом я скачал ее. Тыркаю, то там какая-то такая херня, то другая, там какие-то диалоги, еще какая-то хрень. Но ты усаживайся поудобнее, про пельмени не забывай, да лайк поставь побольше, буду тебе видосиков записывать с обзорами разных игр, ёб твою дивизию. Так, ну что у нас тут, а вот и мы, вот посмотрите, просто была... Ага, Бекка, Мэдди, я же запретила уходить одной. Господи, давайте это пролистаем. Это, я так понимаю, выживание, стратегия. А-ля зомби на нас нападают, они хотят нас трахнуть. Бекка, идемте, готова спорить, вы голодны. Или голодны. Вот это же балабойство. О, давай заберем помидор. Заберем помидор. О, смотри, у нас какой там флаг горит, короче, с кулаком. Ну ладно, супер игра, офигительное начало. Надо забрать помидор, друзья. Но вообще эта игра бьет рекорды по скачиванию. Так и все и начинается. У нас все заберут. Бля, посмотрите, какой утырок такой. Да не, с монтировкой. Он даже еще эпичнее выглядит, чем дикие с игры Escape from Tarkov. Не волнуйся, Уилли, если что-то пойдет не так, я разберусь. Господи, вот знаешь, на улицу выходишь, ты не видишь таких красивых девушек, вот. А тут заходишь в игру, смотришь, тут баба вся в крови, какие-то бесконечные месячные у нее. Вот, но при этом, блин, так выглядит, что все бы ей вдули. Но при этом она грязная, там, перебинтованная, о божечки, прям секси, прям, я не знаю кто. Так, что это? Типа помидоры растить? Ну, как бы... Тамина, что-то мы забираем. Окей, ясно. Я не знаю, вы пишите в комментариях, что-то это за игра, схерали она стала такой популярной... популярной, ну, на этом, на чем? На чем она стала популярной? В Google Play. Мэдди, чудесно, знаете, так, девочка молодая, вот, со снайперской винтовкой, а-ля Escape from Tarkov. Фу ты, какой Escape from Tarkov? The Last of Us. Но я не удивлюсь, если она еще лесбиянкой будет. Господи, да хватит балабольства, дайте мне поиграть! Построить. Ферму. Ну, давай построю ферму. Да, детка. Кажется, вы знаете, что делаете. Думаю, мы можем основать тут отличную базу. Вот я бы хотел так в реальной жизни, знаешь, такой, типа... Так, пацаны, мы тут находимся в поле. Возьмите и постройте мне парник с помидорами. И такие, все, ебать, ты наш президент. Ты наш президент. Потому что, да, были помидоры. Ну, давай, что там? Окей, пролог, часть 1. Что-то мы получаем. Получили 200 помидоров и доски. Перейти. Дальше что? Тамина какая-то. Что я там, я не знаю, печеньки нашел? Дальше что делать? А, все! Мне дали поиграть, но я ни хрена не понимаю, что дальше делать. Так, что-то у меня тут происходит. Ясно. Это типа мы расчищали, окей. Типа, я расчищаю территорию и получаю за это какие-то бонусы. Мэдди, только взгляните на старый склад. Там наверняка полно полезного. Господи. Так, пролог, часть 1. Базовые потребности. Ну, получаем. Я так понимаю, что моя база, все мои подчиненные, вся моя армия будет жрать только одни помидоры, судя по всему. Я ведь прав? Давай, чё тут? Перейти. И что это? А, это изучение зомбаков. Боже, график. Ой. Почти не квадратный зомби. Атака по области. Жестокий удар. Сразиться. А, и смотри-ка. Оп, я себя убираю. И ты платишь какие-то ресурсы за то, чтобы с ним сразиться. Ну, давай сразимся. Так, сейчас посмотрим невероятнейшую боевочку.
Я даже звук убавлять не буду. Я хочу, чтобы вы тоже так же боялись, как и я. О, пошла-пошла супербоёвочка. Пошаговые бои, да? О, ставлю турель. Вот так вот сюда поставлю турель. Смотри, прёт. А мне пофиг, я поставил турель. Пошли в задницу, у меня собака-убийца. Смотри, у меня собака-убийца. Она всех зомбаков сожрет. Смотри, у нее хп почти нету. Она пошла спать. Типа, получила... Получила пару люлей, такая, типа, ай, ну вас нахер, пойду спать, плевать мне на атаку зомбаков, я спать пойду. Типа, там главного персонажа тоже убиваешь, такой, типа, бля, пацаны, я пару раз получил по ебасосине, пойду-ка я полежу. Так, награду получили, какой-то сундук, окей, 5000 помидоров, господи, я даже не знаю, что они готовить будут. Вот, я реально... Гаспачо. Наверное, это... Эту базу можно назвать гаспачо. Учебник по тактике. И 5000 деревьев. Ну вот, будем строить, не знаю, парники и жрать помидоры. Ну, хотя для парников нам тоже и пластик, и стекло надо. Угу, еще 200 помидоров. Слушай, мне экономика уже этой игры реально нравится. Помидоры и доски. Чего уж тут дальше, а? Так, окей, мы тут что-то улучшаем. Ремонт. Отремонтировали склад. Пролог. Что-то мы забираем. А, опять же, помидоры. Какую-то неведомую хуйню. Отлично. Ладно, забрали. Сержант, у нас еще осталось немного дерева. Может, укрепим штаб? Хорошая мысль. Как мне нравятся эти невероятно необычные, скажем так, диалоги. Окей, штаб. Ну, сделали. У нас тут даже заборчик появился, да? Окей. Получаем снова помидоры и дерево. В этой игре, кроме помидоров и деревьев, еще что-то существует? Дальше-то что мне делать? Облики. А, ну это, наверное, за бабулесик. О-о-о. А я могу ник поменять? Нет, не могу. Да, не могу. Ну ладно. Дальше что? Герои. Что делать-то, а? Воу! Вот это он эпично! Вот это он эпично, короче, приземлился с эпичной пушкой. Так, мы можем что-то улучшить, да? Ага! Мне помидоров не хватает. А я так понимаю, мгновенно это типа вместо самоцветов и игровой валюты. Ну ладно, похеру. Что делать-то? Помидоров не хватает. Нам, значит, надо больше помидоров. Давай улучшаем помидорную. Мгновенно. Ну, давай мгновенно и бесплатно. Улучшили мгновенно и бесплатно. Ну, помидоры-то всем нужны. Куда реально без помидоров-то, а, вообще? Все нормально. Нормально. Дальше-то что делать? Помидоры, все, производство. Я ответственно заявляю, что производство помидоров налажено. Вот. Очистите поселение. А, окей, ну давай чистим. Давай дальше тут вообще без проблем. Сейчас почистим. Я и в реальной жизни бывало чистил. Так, вы слышали, кто-то попал в передрягу? Да, я тоже слышу, нужно проверить. Но будьте осторожны, это может быть ловушка. Сразиться. А сколько у меня всего вот этой штуки? Смотрите, видите, тут надо как бы тратить... Это, видать, по типу энергии. Какие-то баночки с печеньем, это а-ля энергия. Так, загружается у нас очередная боевочка. Воу! Воу! Так, пошли вперед. Господи, боевка, мое почтение. Так, собака! Ага, надо турель ставить. Давай турель сюда поставим. Просто, сейчас всех... О, вот сейчас посмотрите на собаку. Не, мне, конечно, я понимаю, что она сейчас снова пойдет спать, такая, ой, все, в пизду, чё-то мне спать захотелось, все, собачка пошла спать. Мне вот интересно, если вот кого-то из персонажей так долбанут, они спать пойдут или нет? Посмотри, какие три жердяя на мою турель тоже, наверное, спать пойдет, да? Турель тоже пойдет спать, ну а чё, ну а как по-другому-то, а? Нормально, окей,
Все, мы получили даже какую-то награду. На, извиняюсь за звук в этом видео. Я попробую все-таки потише сделать. Что-то я провафлил этот момент. Но вы зато пропитаетесь, проникнетесь этой атмосферой. Учебник по тактике. А, еще мы чувака получили в рабство. Бородатого. Оу, май. Отлично. Просто огонь. Так, пролог. Снова получаем помидоры, снова получаем дерево. О, господи, его пузо похоже на мое. Посмотрите. Правда, я, наверное, не такой большой. Но и прическа у него постильнее, я бы вам сказал. Рады помочь, мы знаем, каково там снаружи. Не жри мои помидоры! Помидоры! Я что-то вообще с этой херни себе угораю. Я не знаю, видео долбоёбское получится. Осмотрите смотровую вышку. Ну давай осмотрим смотровую вышку. Давай. Что же там на смотровой вышке? Назначить героя, назначив больше героев в отряд, вы можете увеличить свою силу в сражении. Окей. Окей, давай. А? Подожди, как тебя поставить? Назначить. Все, назначил. Отлично. Так, давай сразиться. О, пошла загрузочка. Что у нас тут? Ой. Давай, вперед. Внимание, зараженные. Ты чё? А, это позиции можно занять. Но пока все равно нихуя не понимаю с этой боевкой. Собака пошла. А, стой, я только что, одним им могу управлять, и все? А остальные типа для подтанцовки? И собака спать... Собака спать пошла, куда уж тут без этого? Нормально все? Окей. Что это? Замедление? Сейчас бомбану какой-то хурмой. Бабам! Бабам! А, слушай, мы успели их всех перебить. Пока... Пока... Пока, пока, пока это все кидалось. Так, что это такое? О, Вилли, довольны? Вы только еще больше приманили. Слушай, ну вот, вот этого чувака, у него стакан все время наполовину пуст. Понимаете, а нам нужны люди, у которых стакан будет наполовину полон. Давай, дождитесь моего сигнала. Окей, огонь, замечательно. Ты там лайк поставил? Ты лайк поставь, я что тут сижу, зря стараюсь ради тебя. О, нормально. О, пошли какие-то волны. Их все больше. Окей, чё? Снова получаем помидоры, снова получаем дрова. Просто игра закручена на помидорах и дровах, друзья. Миссия недоступна. О, восстановите забор в зоне. Давай восстановим. О, помидоров хватает. У меня 16 тысяч помидоров. Давай, ремонт. Ёпта. Смотрите, у меня забор тут на базе появился. Как тут чуваки не боятся, что как бы тут зомбаки вот так вот просто обойдут через эту щель и все. Эх, легкомысленные у меня подданные. Эх, легкомысленные. Окей, окей, окей. Слушай, ну тут балабольство пошло, балабольство. Я не знаю, что за игра, я ее постоянно вижу рекламу этой игры. Ну, типа тут надо, наверное, несколько видосов, короче, сделать, чтобы они тебе дали какую-то самостоятельность. Вы пишите в комментариях, дальше снимать видосы по этой игре, не снимать. Я вам пожелаю огромнейшей удачи, спасибо, кто досмотрел до конца. Не забудьте подписаться, а я для вас буду стараться и дальше каждый день какие-то подобные видосики выпускать. Всех целую, всем пока!